иду на канатку, вон там она. Но иду в обратную сторону через такой парк, где всякая техника. Почему? Потому что вход на канатку как раз таки вон, нет, вон там. Пальцем не показывай. Он находится где-то, вон там лестница. Сейчас еще одно испытание меня ждет в виде тысячи ступенек. В общем, пойдемте, друзья мои. Сейчас слово подберу, чтобы сказать, что я сейчас думаю. В общем, это очередь на канатку. Представляете? Вот это вот все очередь. А я-то думала, сейчас пришла, села и поехала. Вот туда. Угу. Не совсем. Но это жесть. Наверное, надо завтра с утра этим заняться. Сегодня у меня точно не хватит сил. Представляете? Так, а цены? Цены какие? Попробую пройти, чтобы цены вам снять, показать. Чтобы хотя бы иметь представление. Да и самой узнать, сколько это дело стоит. Потому что непонятно. Сейчас посмотрю. Народу, конечно, я... Ну, это вообще просто не продохнуть. Вон, видите, все как выглядит. Давайте посмотрим. Стоимость проезда 100 рублей. Билеты продаются только в одну сторону. Обратный билет приобретается на противоположной станции. Видно вам? Прочитала. Дети до 7 лет бесплатно. С 7 до 11 50 рублей. При предъявлении документов 12 100 рублей. А, правильно. Проезд инвалидов бесплатно. И когда работать начинает она, интересно. О, да посмотрите, рано. С 6.45 до 22. О как. Может быть, я в 22 здесь прокачусь? Угу. Ну и все, народ, видите, стоит. Я, конечно, без очереди лезть не буду. Я для вас пришла поснимать. Пойдемте. Ну это ужас. Раз на канатку не получилось, давайте посмотрим, есть ли на колесо обозрение очередь. Если есть, то я тоже не пойду. Если нет, то можем прокатиться. И что еще? И цены сниму. Вон оно колесо. Сейчас. Давайте вам покажу. Ну все рядышком. 100 рублей-то это немного вообще там. Вон оно. Подождите, а вход туда откуда? Вход-выход. Ладно, а вон люди идут. Ну, пойдемте. Посмотрим. Вот цены вам на это дело. Это же на колесо обозрения? Да. Друзья мои.